Не нужна эта рация. Извини, Ангелина, но это я завтра отвезу в лес. Ну вот, можно уже считать, что я в детдоме. Ангелина, стой! Что там? Говори скорей! Что, всю ночь будет срабатывать? Ну вот, теперь не спится. Сережа, что ты тут делаешь? Ангелина, что тут вообще происходит? Сереж, как ты это объяснишь? Мам, ты меня сдала! В каком смысле? Мы в прятки играли, и если бы не ты, Ангелина бы меня не нашла. Теперь ты ищешь. Прятки? В 3 часа ночи? Ребят, с вами все в порядке? Нам не спится. Да, я вся на нервах. Ну вы странные, в лесу бегали 2 дня, я бы на вашем месте уже спала. Ну пошлите, я дам вам теплого молока с медом. Сереж, пойдем. Пейте молоко и идите по кроватям. Сказку читать не буду. Ну вот, можно уже считать, что я в детдоме. Да не переживай, до утра времени много. Что-то придумаем. Рация все время срабатывает. Твоя мама не сможет крепко заснуть. В этом ты права. Даже не знаю, что придумать. Выпей молоко и спать. Ты хоть будешь меня навещать в детдоме? Рация постоянно пиликает, дети носятся по дому. Как тут поспишь? О, а попробую ее в тумбочку спрятать. Так ее будет хуже слышно. И спать теперь как-то не хочется. Да не выдумывай, мы как-то выкрутимся. Давай еще раз попробуем стащить рацию. Давай. Рации нет. Она, наверное, догадалась и спрятала ее. Давай подождем, пока она уснет, и посмотрим в тумбочке. Наверняка рация там. Давай поиграем в города, чтобы не уснуть. Давай, Москва. Мне на А. Алушта. Тоже на А. Архангельск. Ангелина, Ангелина, просыпайся! Уже утро! Как утро? Вот так!
как? Мы проспали! Да я же тебе говорю, мы ее в лесу нашли. Зовут Ангелина. Пробей по базе. Это она, по-моему, сейчас о тебе говорила. Вот зараза, рацию забыла. Алло, да, Сереж? Твой паспорт? Я не могу, я сейчас в лес еду. Ну ладно, сейчас найду и сфоткаю тебе твой паспорт. Она в лес едет, скорее переодевайся! Фух, на силу нашла его паспорт. Дети еще спят, отлично. Быстро сгоняю в лес, приеду, они только проснутся. Что ты задумал? Она оставит рацию, и мы ее заберем. План неплохой, но как мы потом вернемся домой? Точно так же, как и приехали. Что она делает? Почему она не уходит? Не знаю, ищет что-то. Ну что там? Не знаю, почему она не уходит? Вот же хитрые! Что они тут делают? Ну, я им сейчас устрою. Шпионы! Почему она идет в лес, а не на выход?
быстро берем рацию и назад в машину. Ты тоже это слышишь? Ага. Я надеюсь, это не сиреноголовый. Хуже. Это твоя мама. Ну и как это понимать? Что вы мне на этот раз врать будете? Мам, рацию нельзя оставлять в лесу! Это моя единственная связь с папой. Что? Опомнитесь! Что вы себе накрутили? Ангелина, какой папа? Это огромное чудище! Мам, у нее было две рации, и оставила она только одну! Так вот, почему рация издавала эти звуки. Я надеюсь, что папа так сможет со мной связаться. Ангелин, ты вправду думаешь, что твой папа еще жив? Но я же еще жива. Ладно, если тебе эта рация так важна, держи, забирай ее. И пошлите уже скорее к машине, я не хочу снова бегать тут 2 дня. Смотрите, что это? Ангелина, лучше в этом лесу не задерживаться. Похоже на куртку. Ангелина, стой! Эта куртка похожа на куртку моего папы. Что там? Говори скорей! Это мое детское фото.